Приветствую вас. Я, скорее всего, вас расстрою, если скажу, что психиатр вам, в принципе, может выписать какие-то препараты, но не лечит. Препараты не лечат, они не занимаются лечением. А вам нужна психотерапия. Это первое. Наверное, это первое и, вообще говоря, самое важное, то, что вот я хотел бы вам сказать. Следующий момент, это то, что вот то, с чем связано ваше состояние, это, ну, пожалуй, с агрессией, то есть, здесь у вас, по моим ощущениям, достаточно такое вот серьезное, я бы сказал, агрессивное проявление, потому что съесть, убить — это все про агрессию. Вот, плюс еще такое вот агрессивное, судя по всему, получение любви у вас здесь. Ну вот, и у этого есть своя причина, безусловно. Так что здесь необходимо работать с агрессией. Что я имею в виду, говоря, работать с агрессией? Ну, что я понимаю, да, под этим. Когда говорю, что нужно работать с агрессией. Ну, в первую очередь, я имею в виду, что вы себя где-то недозащитили. В первую очередь. То есть, в первую очередь, вы себя, сами себя где-то не защитили. Вы сами себя где-то не... не позаботились сами о себе где-то. Вот. И, соответственно, как следствие, это вот стресс, как следствие, это определенное нервное напряжение, как следствие, это определенная тревожность, и так далее. Момент в этом. Ну, один из ключевых моментов, что я могу вам сказать здесь. Вам хочется агрессировать, вам хочется как-то вот защититься, да? Ну, возможно, вам хочется как-то вот защититься. И, соответственно, отсюда такое вот желание. Вот, потому что более такие мягкие способы вас, они не устраивают вас. Вот. Исходя из опыта вашего. Вот. К сожалению, не устраивает. Не устраивает. Вот. И, соответственно, в этом направлении нужно думать. То есть нужно посмотреть, как вы приходите, да?
мыслям такого вот типа, что хочется, ну, кому-то что-то сделать плохое, да, допустим. Вот. Ну, вот, примерно такая история. Примерно так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Избавляться от навязчивых мыслей, наверное, не стоит. Именно избавляться. Потому что вам они для чего-то нужны. Ваши мысли. Вот. Чего-то вам хочется. Вот. И нужно понять, что именно, чего именно вам хочется. Ну вот, ну в данном случае. Чего именно вы хотите для себя. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать сейчас. На этом все, наверное, на этом все. Я надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, очень надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.